Что ты там уже попробовала что-нибудь? Что ты попробовала? Дука? Дука. Вот мы тут с парнем местным из деревни Тигалинга залезли на деревце полное дука. Местное название плода дука. Его здесь очень много. Здесь вот везде. О, и вот здесь вот, смотри, какая красивая гроздь. На Филиппинах она называется Лонгао. В Малайзии Лансат, по-моему, как-то так. Я уже запутался в этих названиях. А вот они только формируются. Сейчас мы попробуем чуть выше залезть и попробовать, как оно на вкус. Ага. Вот и добрались. Сейчас попробуем. Это плоды вот такого вот примерно размера. Открываются они вот таким движением, нажатием. Опа. Вот так вот открываются. О. Внутри прозрачная оболочка. Они, кстати, немножко выглядят поплотнее, чем филиппинские и малазийские. Вот. И они такие немножечко как бы не прям прозрачного цвета, а немножко мутненького. Они очень вкусные. Вкусненько. Пробуем сорвать. Какие плоды? Выделили вот такой вот пакет. Вот и твоя. Огромный. Ой, вот. В него собирать. Даже не знаю, как сейчас тут эти веточки срывать. Подождем немножко. Вот мы и слезли с того прекрасного дерева. И что мы тут? Целый пакет небольшой. Насобирали. Он здесь в муравьях. Очень много муравьев, я уже отряхнулся, они все ползают. Да, еще тут комаров тьма. Да, пойдем отсюда. Побежали. И смотрите, сколько тут детворы прибежало. Посмотрите, как мы собираем дука. Местные индонезийские. Эх, больше 20 человек насчитало. Сколько? Больше 20. Ладно, все, давайте. Ладно, еще снимем немножко видео. Тут ребята захотели снять. Сделать фотографию, и мы решили тут остановиться немножечко. Посмотреть, сколько их тут собралось. Вообще очень много. Ладно, до встречи. Мы уходим, а они все идут за нами. Ладно.